Through survival. А, time survival. Тут, ё-моё. Самому историческому неточному рогалику из когда-либо созданных. Уничтожайте полчища миньонов, такие как Линкольн, Тесла, Клеопатра и многие другие исторические личности. Сражайтесь в исторических эпохах, собирайте драгоценные камни времени, открывайте, улучшайте уникальное оружие, чтобы создать свой собственный игровой билд. А я точно описание это прочитал? Ну, вообще-то да. Ну, ладно. Ну, вообще, вам это еще один рогалик, убей миллион врагов и прокачай героя. Ну, да, игра со средней графикой и спецэффектами, но низкой нагрузкой на железо. Тут есть прокачка после смерти на заработанные деньги, так сказать. Есть и толпы врагов. Много различных боссов и супербоссов. Выбор персонажей, у каждого свои первоначальные способности. Да, они здесь не уникальны. Но для начала довольно эффективны. Можно и увеличиться, так сказать, на бонусах, в размере, и потоптать врагов. Тут вообще много чего есть. Игра действительно неплохо сделана, хоть это и демо-версия. Но вообще обещает, в принципе, быть довольно интересной, если разработчик не забьет на нее болт. Вот, правда, сейчас я описание прочитал, и вообще даже не могу никакую связь найти с Линкольном, Теслом и Клеопатрой. Я что-то как-то подобного не видел. Ну ладно, будем ждать выхода полной версии.